Карен Делакьян готовит львенка Симбу, пострадавшего от фотоживодеров, к переезду в Африку. По словам челябинского зоозащитника и ветеринара, это будет первый опыт приюта по отправке животного на историческую родину, так называемый международный переезд. О том, что скоро львенка Симбу отправят в Африку, Карен Делакьян рассказал в эфире телепрограммы «Личное мнение» на 31-м телеканале. Туда же вместе с ним поедет и леопард Ева. Будет международное спасение, мы его отправляем в Африку. Это буквально, ну, наверное, в течение 2 месяцев решится, как раз и пандемия придет, да, затихнет, рейсы начнут летать. То есть мы уже думаем об отправке. Львенка по кличке Симба нашли в Махачкале. Животное держали в тесном помещении, где оно постоянно лежало в одной позе, что привело к параличу. А условия были настолько ужасны, что тело зверя покрылось опарышами. Бывшие хозяева животного использовали львенка в качестве атрибута для фотографий. В итоге хищника спасли и привезли из Махачкалы в Челябинск. Какой он чистенький, да? Угу. Хотя приятно себя облизывать. Нюхать, пахнет. Да, уже не пахнет, да? Вот. Стрижка подарила. Да, вырастет еще каким самым крутым будет. Да, Симба. В ситуацию вмешался Карен Делакьян, он оказал львенку ветеринарную помощь, малыш пошел на поправку, а позже ветеринар обратился к президенту с просьбой наказать фотоживодеров. Полиция Краснодара отреагировала мгновенно и пообещала наказать бывшего владельца животного по всей строгости закона.